Наша новая маска только получила. Первый раз держу в руке флакончик. То есть он такой вот приходит. Долго-долго нажимала, чтобы он вышел. Артикул 0857 будет доступно, получается, будет доступно в каталоге 10.05.07. Ну что ж, давайте смотреть, что это такое. То есть она вот так вот вспенилась у меня, хотя изначально она идет такая вот обычная такая штучка, ничего не предвещает, но она начинает пениться. Не знаю, какой нужен слой, там особо не написано, просто нанести на очищенную кожу. Кожу я хорошо очистила, ну и посмотрим действие. Вспенивается она не сразу, постепенно. Делать ее нужно 2-3 раза в неделю. Ну что ж, увидим результат. Избегая вокруг глаз места. Вокруг глаз нужно избегать. Очень приятный, кстати, у нее аромат. Она уже запузырилась. Видите, да? Надо было сразу поплотнее наносить. А я думала, я потом нанесу, а потом распределю. А она уже пошла в работу. Интересно, да. Здорово, здорово. Да, вот представляете, как классно. Да, вот такая вот. Вот такая красота. Ну, давайте посмотрим, что там будет у нас. В общем, она мгновенно начинает пениться. Прикольная такая маска. Шипит. Я думаю, вы слышите, да, она шипит. Я думаю, не надо так делать, но как же я вам покажу-то по-другому, да? Что могу сказать? Я точка, точка, точка. Я вовсе не медведь. А как приятно точке по небу лететь. Интересно, какой эффект будет на шее. Значит, кислородная пенящаяся маска для лица, средство с мгновенным эффектом устранения следов усталости, излишнего блеска и очищения кожи. Идеально перед большим мероприятием или нанесением макияжа. Маска начинает пузыриться и вспениваться при нанесении на кожу. Так, NovaFtem O2 обеспечивает глубокое проникновение кислорода в кожу. Вот сейчас самая-самая такая вот жара-жарища. Мы все потеем, и мне кажется, самый лучший способ эту маску проверить. Очень даже интересно, что получится. Ну что ж, смотрим, смотрим. Вот на коже она так вот допузырилась, я ее не трогала. Такой толстый слой, становится такая пушистая. Да, да, прикольно, прикольно. Технология Never Stop Energy. Три уникальных компонента для доставки кислорода. Кислородный комплекс NovaFtem O2. Ведущие детоксиканты витамин С. Очищает внутриклеточное пространство. Насыщение кислородом, тонизирование, очищение. То есть такое вот прикольное средство. Ну что ж, я Мишка, 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 я вовсе не медведь. А сколько нужно держать? Значит, используйте утром или вечером, распределите маску по очищенной коже лица, избегая область вокруг глаз. Экспресс-метод оставьте для воздействия на 2-3 минуты, затем смойте теплой водой. Пролонгированное действие по истечению 3 минут, еще раз пеньте маску массирующими движениями и оставьте еще раз на 2-3 минуты. Угу. Ну, я так понимаю, мы уже с вами сидим 3 минуты. Ну, давайте же будем вспенивать еще раз. И она, я так понимаю, еще раз
у нас с вами повспениваем. Хочу прям пролонгированные действия в такую жару. И посмотрим, что получится. Я вообще обожаю линейку Axology, потому что это, мне кажется, очень стоящие продукты. Они просто шикарны в своем исполнении. И по цвету, и по аромату, и по консистенции, и по своему действию, и по своей удобности, и вообще. Ну что ж, давай. Будем пролонгироваться. Ну да, она снова начинает пениться. То есть можно 6 минут, я так понимаю, поделать, а можно поделать совсем немножечко. Кстати, у меня вот тут вот был воспаленный участочек. Он не щиплет, ничего. Ну, как бы он закрытый, этот участочек. Поэтому здорово получается. Смотрите, она заново, походу, пошла набирать. Второй раз. Ну что ж, ждем. А брови такие пушистые стали. Но не так быстро вспенивается, как на первый раз. Но, я так понимаю, пролонгированные действия мы с вами и сделали. Прикольно. Прикольно. И еще, что бы хотелось вам показать, это такое вот средство. Тоже новинка, тоже впервые у меня в руках. Это лосьон, который снимает ощущение стянутости и зуда для чувствительной кожи головы. У меня, к сожалению, нет ни стянутости, ни зуда. Я спросила у мамы, у нее тоже стянутости и зуда нету. И вот тут, конечно, я его уже нанесла. Он идет как водичка. Им очень удобно пользоваться. Да, я думаю, вы слышали. Вот я его встряхнула. Вот такие капельки у него, да, обычные такие вот капельки, как вы видите, течет. И вот нужно, раздвигая волосы, да, у меня, видите, волосы густые, но тонкие, да, у кого чего. Вот так вот прокапывать, я так понимаю, и втирать. То есть я уже это поделала. Что мне в нем понравилось? Не утяжеляет. У него практически нет никакого запаха. Ух ты, ребят, смотрите-ка, маска-то вообще здорово вздулась. Ой, неудобно, да, на камеру. То есть и вот эти вот капельки, да, видите, они обычные такие вот. Они натекают, я так понимаю, и делают кожу головы хорошо. Вот. Но с другой стороны... С другой стороны, мне сложно будет это проверить. У нас появилась новая абсолютно линейка Биомика для кожи головы. И ее очень много видов. Там и шампуни, и маски, и бальзамы, и маска сливки для лица. В общем, там мицеллярные лосьоны. В общем, такая большая-большая линейка Биомики. Идет с пребиотиком Актибиом. Да, так, это значит сыворотка получается с артикулом 1278. Не утяжеляет волосы, никакого ощущения, что я нанесла что-то инородное на свою макушку нету. Хотя для вас я уже сделала второй слой, но оно не жирнится, они такие, знаете, даже маслянистые, не маслянистые. То есть это такая водичка. Чувствуется, что есть какое-то питание немножко, но оно незначительно. Конечно, посмотрим, что будет, когда высохнет, но пока я вообще, честно слово, ничего не ощущаю. Значит, улучшает состояние чувствительной кожи головы, не жжет, не чешется, не греет, никакого эффекта вот я не почувствовала. Далее, значит, поддерживает микробиом, натуральный пребиотик помогает вернуть здоровый баланс и иммунитет кожи. Экстракт эдельвейса устраняет дискомфорт кожи головы, дарит блеск волосам. Средство имеет pH 5.0, естественный для кожи головы, создает дружественную среду для правильной микрофлоры и поддерживает красоту волос день за днем. Не содержит парабенов, силиконов, гипоаллергенная душка. Запаха практически нету, практически никакого. Он не яркий. Если он и есть,
то он такой, знаете, никакой, его и нету практически, да, то есть, ну, чем-то пахнет таким легким, ненавязчивым, и не сладкий, и не свежесть, и не кислый, и не горький, ну, что-то такое вот, да, еле уловимое есть, но особо, как бы, я не могу понять вообще его аромат, то есть его нету, то есть гипоаллергенная душка — это хорошо. PH находится в диапазоне от 4,5 до 5,5. Ну, здорово, здорово, да, то есть способ применения легкий. Помыл голову, нанес, жди, пока голова высохнет. То есть расчесываться лучше не стало, точно так же все осталось. Ну, я даже не знаю. Ну, я думаю, массажной расчесочкой и можно порасчесывать, по той причине, что мне кажется, что все равно какой-то массаж хочется произвести, да? Вот. Я нанесла вот до сюда первый раз и второй раз вот сейчас наношу. Ну, посмотрим. Сейчас масочку смыть. Что получится с кожей? Волосы подсушить, что получится с волосами? Кстати, вот когда маска начала пузыриться, я почувствовала легкое тепло. И такое, знаете, шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп, как будто пузырьки, да, пузырятся и лопаются. Сейчас я уже ничего не ощущаю, но вот в местах, где более такие расширенные поры, где они более большие, да, вот эти вот места, щечки, я продолжаю чувствовать тепло. И еще тепло я почувствовала немножечко вот в этих вот местах под носом. Вот, хотя, видите, попала на губу, но губа ничего не почувствовала, вообще ничего. Ну что ж, давайте будем проводить эксперименты. Ну, это, знаете, такая обычная пеночка, причем убирается вообще мгновенно. Ну, ее и написано, что нужно убирать водой, да, то есть просто смыть водой, не пенкой, не чем-то, а просто убрать. То есть она имеет место быть на коже, что ничего опасного в ней нету такого, да, что вот прям некоторые надо глиняные, например, да, хорошо смывать, там все такое прочее, эту нет. Да, смешная же я. Да, убирается легко. Она абсолютно не засыхает на лице, знаете, да, бывают маски засыхают, не знаешь, как оттереть. Это удобненькая, хорошенькая такая, приятненькая. И аромат такой еле уловимой свежести. Вот у нас есть маски, действие хорошее, новые вот эти масочки, да, цветные, действие хорошее, но некоторые из них прям бьют в нос, да, то есть бьют в нос и так, ну, не очень приятно держать ее на лице, а вот эту маску, ее реально приятно на лице держать, то есть проблем нету с запахом, хотя я люблю такие, знаете, яркие ароматы, но не тогда, когда ты наносишь маску и тебе нечем дышать становится. Это, конечно, перебор. Вот я не знаю, надо ли на шею это дело наносить. Вот. Воспаление вроде бы не воспалилось, краснее не стало. И я думаю, очень даже хорошо, что оно у меня есть. Но в плане того, что я протестировала и уже не случилось ничего. Ну что ж, подождем эффект, посушим волосы. Так, ребят, смотрите, вроде бы ничего нету. По ощущениям я не чувствую, что там голова какая-то утяжеленная, грязноватая, что волосы кучкуются, да, то есть голову я, видите, не досушила, она еще сырая, я высушила только вот тут немножко впереди, потому что у нас, к сожалению, очень жарко и совсем не хочется, чтобы голова была сухой. У нас аномальная жара, 30 с лишним градусов. Ну вот я вам могу сказать, что нету у меня плохих ощущений от этого. Хотя вот тут вот в центре при вас я наносила уже второй слой. Даже объемчик держится, да, как вы видите. Держится объемчик.
не спадают, даже если его вот причесать, назад поставить, нет ощущения грязных волос. Вроде бы пока нету. Вот, в принципе, меня устраивает нормально. Есть, конечно, вот немножечко что-то вот такое, чувствуется, что что-то нанесено, да, на волосы, вот, но оно не мешает волосам выглядеть эстетически хорошо, да, то есть чистыми, а тут у меня не сырые, да, то есть нормально, в общем. Но это, конечно, только время покажет, что это, к чему это, как это надо пробовать. Пользоваться на постоянной основе, полностью выкупать всю линейку, да, и смотреть, как оно вот целиком вместе в тандеме, а, конечно, не точечно и не за один раз. Вот. Ну что могу сказать? Мне и так голова себя, кожа головы, меня и так она себя хорошо чувствовала, да? Да, мне любопытно, я взяла это как VIP-новинку, но не знаю даже. Нужно ли оно мне? Вот в чем вопрос. После маски могу сказать, что поры меньше стали, лицо стало ровнее, приятнее, свежее. Как-то вот эти вот желтинки под глазками, да, начали вот тут вот у меня не есть уходить. Как-то вот хорошо, так неплохо, неплохо. Чувствуется, что масочка работает, что она такая, ничего, хорошенькая. В общем, пока сняла, дорогие мои, для вас пару новиночек. Новиночки классные, особенно маска. Вот. Это же, конечно же, нужно тестировать пока на данный момент. Все остальные новиночки чуть немножечко позже, потому что их тут куча мала.